Масштабные учения по гражданской обороне. Владимирская область присоединилась к ежегодной всероссийской тренировке. Она проводится силами МЧС совместно с федеральными и региональными органами исполнительной власти, местного самоуправления и организациями. Основная цель – отработка действий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Сигнал о начале тренировки поступил рано утром, 1 октября. Товарищ полковник, докладывает старший оперативный дежурный ЦУС. В 6 часов получен сигнал. Старт, начало тренировки по гражданской обороне. Тренировка пройдет в течение 3 суток. За это время будут отработаны практические действия по радиационной, химической и биологической защите работников и населения при возникновении чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных и социально значимых объектах, а также в местах массового пребывания людей. Так, например, известно, что учения проведут на мясокомбинате и в торговом центре на проспекте Ленина. В зоне условных ЧС будут развернуты посты радиационного, химического и биологического наблюдения, санитарные зоны. В готовность приведут сети лабораторного контроля. Проверка реальности показателей планов госзащиты населения, планов действий по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций. Проверка готовности к реагированию сил и средств, сил гражданской обороны, аэромобильной группировки главного управления. Территориальные подсистемы РСЧС при возникновении чрезвычайных ситуаций в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций. Отработка практического плана мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.